географическая, я читатель. Ну и здесь, конечно же, Дмитрий Антонович не мог пройти мимо одного из самых популярных мотивов Антона Павловича Чехова. В конце вы его, конечно же, узнаете, этот мотив. Все говорят в Москве на разгуляе, а подают такие растягаи, что просто сам в уста влетает с блюда кус. Такой, друзья, у растягая вкус. И говорят в Москве на разгуляе, а продают такие размахаи, что я махну мехами, распахну полу, и вы, друзья, простерты на полу. Разгони, разгуляй в тесном сердце тоску. В Москву. И говорят, в Москве на разгуляе по вечерам гуляют разгильдяи. Ах, разгильдяйся, негодяй, пока не смотришь на меня и не горишь от моего огня. Но я явлюсь, и я возникну рядом. Я разгильдяя обожгу астральным взглядом, и нежный он своим мне щечку щекотнет усом. И в унисон, и стронгнем, и сторгнем дивный стон. Разгони, разгуляй в тесном сердце тоску. В Москву. И говорят в Москве, говорят, Москва слезам не верит, но сердцу русскому Москва заветный верит. Слова призывные Москвы для нас и внятны, и остры, а звуки прочие для нас мертвы. О, звуки разгуляя, они доносятся сердца нам, расстравляя. Любовный стон, церковный звон и неустанный ресторанный гул, где свой пожар опять раздул. Разгони, разгуляй в тесном сердце тоску. В Москву.